Здравствуйте, дорогие друзья! Мы с вами продолжаем наше исследование. Очень важную тему затрагивает апостол Павел, делая грозное заявление о гневе Божьем, который открывается на всякое нечестие и неправду людей. Почему над многими людьми тяготеет небесный гнев Божий? Мы читаем послание к римлянам, первую главу, 20 стих. «Ибо невидимое его...» Вечная сила его и божество от создания мира через рассматривание творений видимы, так что они безответны. Другими словами, Бог открыл человеку познание о себе. Он открыл его в людях, в их совести, первое. И второе, в природе, что очень важно для нас. Совесть и природа даны человеку в качестве двух наглядных источников – его познания. Некоторые невидимые вещи дают знания о Боге и становятся явными для нас с помощью внутреннего голоса Божьего, говорящего через совесть человека. Другие невидимые вещи, дающие знания о Боге, видимы нашему разуму через рассматривание творений и чудес в мире природы. Так что нет никакого оправдания, не верю. Никто не сможет сказать Богу, Господи, я не верю в Тебя, потому что Ты не дал мне о себе никакого откровения. Не то, что мните вы, природа не слепок, не безудержный лик. В ней есть душа, в ней есть свобода, в ней есть любовь, в ней есть язык. Они не видят и не слышат, живут в всем мире, как в потьмах. Для них и солнце знать не дышит, и в жизни нет в морских волнах. Замечательные слова нашего поэта Тютчева. Еще я хочу прочитать вам слова известного писателя, священника Петрова, который пишет, Писал нравственные уроки о Евангелии. И здесь есть замечательные слова. «Принято думать, что наука, изучение природы и вообще просвещенный человеческий разум подрывает и разрушает веру». Это заблуждение. «Отнимите у веры разум», и она, потеряв свою наивысшую ценность, превратится в жалкое суеверие. Веру в Бога может отрицать только поверхностное образование, которое лишь пригубило с края чашу знания и самоуверенно полагает, что ему все известно, все доступно и все ведомо. Истинное же просвещение, которое основано на познании тайн неба и земли, на уяснении законов природы, неизбежно приводит человека к Богу. Знаменитый английский ученый и мыслитель Бекон, отец опытной науки, говорил, что задача настоящей науки и философии должна состоять в том, чтобы человечество дошло до совершеннейшего понимания Творца, и что лучшим средством для этого после Священного Писания служит опытное изучение мира. Ньютон, который объяснял законы движения всех миров Вселенной, к Богу относился с таким благовением, что даже не произносил имя Божье на улице с покрытой головой. Знаменитый естествоиспытатель и математик Ампер учил своих учеников, берегитесь исключительно заниматься наукой. Одной рукой исследуй природу, а другой, как дитя за одежды отца, держись за край Божьей ризы. Эти примеры ясно доказывают, что к безбожию приводит только научное верхоглядство, а не серьезное знание. Истинная же наука непременно приведет человека к Богу. Это познание Бога, данное всем людям, называется всеобщим откровением Божьим. Творение свидетельствует о том, что высшая сила создала нас и окружающий нас материальный мир. А если это так, то мы должны най стараться найти эту силу, найти Бога, своего Создателя. Мы должны делать то, что Бог ожидает от нас. И обращаясь к нашей совести, к нашему сознанию, Господь хочет, чтобы мы с вами отличали истину от лжи. Если мы примем Божье откровение, он сможет решить проблему греха и спасти нас. Человек упорно не желает этого, преднамеренно отвернувшись от первоначального Божьего откровения. Как Бог может помочь нам, если мы отвернулись от Него? Вследствие этого первый мир настолько развратился, что Бог наказал его всемирным потопом. После потопа человечество как бы воспрянуло с новым Божьим откровением, но с течением времени большинство из потомков Ноя отвергли истину и избрали путь, ведущий к моральному разложению, путь греха. Вавилонская башня явилась их дерзким ответом Богу – «Сделаем себе имя, чтобы жить без Бога». Люди отказались от имени, которое хотел дать им Бог, в чем и заключалось их нечестие. И в этом отличие праведника от нечестивого мы читаем в книге Откровения во второй главе и в 17 стихе. «Имеющий ухо слышать, да слышать, что Дух говорит церквям, побеждающему дам вкушать сокровенную манну, и дам ему белый камень, и на камне написанное новое имя, которого никто не знает, кроме того, кто получает. Имя, которое Бог дает праведникам, это праведность Божья, праведность Господа нашего Иисуса Христа. Откровение 14 глава, 1 стих. И взглянул я, и вот Агнец стоит на горе Сионе, и с ним 144 тысячи, у которых имя Отца Его написано на челах. Также и Павел, который описывает моральное состояние мира, его дней поясняет, что язычники имели откровение Божье, но сознательно отвергли его. Ответом людей на всеобщее Божье откровение было обдуманное отвержение Онного, что явилось свидетельством внутреннего желания людей жить по-своему, то есть грешить. Люди отказались искать праведность Божью. Вот почему человек будет безответен в день суда. Бог все сделал со своей стороны чтобы вызвать в человеке желание искать его он сказал нашим прародителям книга бытие 3 глава 15 стих И вражду положу между тобою и между женою и между семенем твоим и между семенем ее оно будет поражать тебя в голову а ты будешь жалить его. Поэтому, помимо этого, Павел говорит, природа, он как бы рассуждает, творение. Скажите мне, добрые люди, как можно вообразить, что этот сложный, весьма чистый, высокоспланированный и организованный мир появился случайно? смешением газов, которые внезапно произвели жизнь, так что путем эволюционных процессов нечто постепенно совершенствовалось до тех пор, пока не стало тем, кем мы есть. Нет, дорогие мои, творение мира было высоко организовано. Хотя люди сегодня весьма гордятся высокими технологиями и уверены в гениальности человеческого разума, мы также должны знать и то, что ангелы не восхищаются нами. В книге Псалмов мы читаем во второй главе 4 стих. «Живущий на небесах посмеется, Господь поругается им». Таким образом, мы поймем только в небе то, насколько наши знания были несовершенны здесь на земле. И мы поймем то, что Бог хотел улучшить наши знания, хотел дать нам истинное откровение, но люди сознательно отвергли это откровение. Бог дал доказательства о себе через нашу совесть, через природу, но человек не желает сохранить познание о нем. Это и есть основная проблема греховного человека. Он думает, что может, прожить и без Бога. Но что он будет делать, отвернувшись от Бога? Римлянам, первая глава, 21 стих. «Но как они, познав Бога, не прославили Его, как Бога, и не возблагодарили но осуетились в умствованиях своих, и омрачилось несмысленное их сердце. Вот к какому естественному последствию приводит отвержение истины, отвержение откровения Божия о себе. Оно приводит к принятию лжи, если мы отказываемся верить в то, что Бог говорит нам о происхождении мира и о его силе, контролирующей этот мир, то Бог оставляет нас наедине с нашими собственными идеями. И мы видим, что язычники стали виновны в поклонстве после того, как отвергли откровение Божие о себе. Они отвергли Творца и оказались поклонниками Его творения, а также произведения своих рук. Это свидетельствует о том, что человек неизлечимо религиозен, но, отвергая Бога, он находит другие идеи и идеалы для поклонения. И опять-таки существует две проблемы. Первое. Человек не только отверг знания о Боге, он еще и не возблагодарил Бога за все то, что Бог делал и делает для него. Знаете ли вы о том, что по закону Адаму следовало умереть сразу же после его грехопадения? Разве не сказал Бог в тот день, который вкусишь от дерева сего, смертью умрешь. Сегодня есть богословы, которые начинают говорить о том, что это имелось в виду духовная смерть, что это не имелось в виду физическая смерть Адама. Нет, дорогие мои, Адам должен был умереть в тот же день. Кстати, если бы он умер в тот день, нас бы с вами не были, потому что мы умерли бы в нем. Но знаете почему Адам остался жить? Благодаря тому, что план спасения уже был предусмотрен Господом от создания мира. И был агнец закланный от создания мира. И Бог определил всем людям уже быть искупленными через веру в Иисуса Христа, искупленными в Сыне Его. И Он оставил Адама и Еву жить и позволил им иметь детей. Почему? Не потому, что Он нас ненавидел, но потому, что любил нас и хотел искупить нас. Бог есть источник всякого благословения, которое приходит в этот мир, и как мы, соответственно, реагируем на это. Неблагодарный человек ⁇ это нечестивец с омраченным сердцем, о чем и Павел говорит, омрачилось несмысленное сердце их. Отвернувшись от Бога, человек остался в полной тьме, думая при этом, что сможет прожить без своего Творца. У идеологии марксизма было много поклонников, и некоторые страны применяют ее на практике и сегодня. Наверное, нетрудно догадаться, что намерением Карла Маркса было желание помочь человеку спасти самого себя. Однако сутью марксизма является все же нечестие, неверие, ибо это чисто атеистическая философия сделать человека счастливым без Бога. Кармар заявил, что проблема человечества в его самолюбии, прекрасно. Он допустил мысль о том, что человек эгоистичен, замечательно, но он назвал это самоотчуждением. Это его определение эгоизма. Не отчуждение от Бога, а самоотчуждение. Он заявил, что человек эгоистичен, и причина этого в его окружении. Подразумевая капитализм, он считал его наибольшей проблемой Европы 19 столетия. Кармар как бы говорит, это капитализм сделал нас жадными это капитализм научил нас любить только деньги. Смыслом мучения Карла Маркса было изменить окружающую среду и сделать человека счастливым. Конечно, идея сама по себе неплохая. Порочность этой идеи в том, что это он желал сделать без Бога. А как это сделать? Как сделать людей счастливыми? Как отобрать деньги у богатых и разделить их с бедными? Конечно, большевики подхватили эту философию и поняли одно, изменением окружающей среды может быть только революция. Цель революции ⁇ отдать в руки бедных имущества богатых и природные ресурсы страны, однажды они возьмут все в свои руки, и вторым шагом будет переход, опять же, изменение обстановки, от капитализма к социализму. Имущие должны будут разделить свое имущество с неимущими. Если они этого не захотят, мы у них это заберем, Таким образом, социализм ⁇ это конфискация частной собственности и равномерное ее распределение среди всех слоев. Чудесно, прекрасная идея. Затем Маркс утверждал, что это только переходный период, который спасет человечество от экономической и социальной несправедливости. И далее он сказал... Что если человек однажды научится, он будет и дальше учиться, как разделять, и все это будет происходить уже самопроизвольно, что в конечном итоге и приведет к всеобщему коммунизму. Конечно, Маркс не желал революции, Маркс не желал кровопролития, это было философское направление, и он пытался этим философским направлением изменить сознание людей. Настолько, что богатые добровольно разделят свои сокровища с бедными. Большевики фактически исказили эту философию, потому что они использовали эту философию для того, чтобы силой оружия забрать богатство у богатых и разделить его между бедными. Конечно. Вся эта философия звучит внушительно, не так ли? Как все просто. Забери, раздели, и все будут счастливыми. Между прочим, славянские народы на практике применили эту идеологию, и, наверное, все славяне более не страдают эгоизмом и безмерно счастливы. Нет. В чем же тогда дело? Дорогие мои, проблема человека не в перемене обстановки, потому что проблема находится в его природе, она внутри человека. И никакая философия не может изменить человеческую природу. Только Бог может изменить мое греховное сердце и дать мне сердце, очищенное от эгоизма. Итак, Всякий человек, который попытается изменить себя сам, потерпит неудачу. Потому что Христос сказал, без меня не можете делать ничего. И Павел показывает, что человек имеет в себе склонность оставлять Бога, уходить от Бога. Как Богу реагировать на это? Послушайте, что делает человек. Мы читаем опять первую главу, 22 и 23 стихи. Наживая себя мудрыми, обезумели и славу нетленного Бога изменили в образ, подобный тленному человеку и птицам, и четвероногим, и присмекающимся. Кто-то может сказать, будет тебе. Мы не делаем этого сегодня. Мы живем в образованном, в цивилизованном мире. Мы не поклоняемся четвероногим тварям. Нет, не поклоняйтесь Божьим тварям, но поклоняйтесь своим тварям, произведению ваших рук. Поклонение себе становится проблемой и многих протестантских церквей, которые учат о праведности через дела. Есть некое раболепие перед человеческой мудростью в некоторых церквях, которое представлено либеральными теологами, и оно называется историко-критическим методом толкования Писания. Что это означает? А то, что человеческий ум становится измерительной тростью истины Божьей. Это одна из едва различимых форм нечестия. Человек трактует Писание с точки зрения его рациональности, заложенного смысла, с точки зрения человеческого опыта и суждения. Но мы не можем использовать научный метод при толковании Писания. Это инспирированная Святым Духом книга, и только Святой Дух может просветить нас при чтении этой книги. Но человеку прямо полагает, что может сам решить все свои проблемы. Мы видим, что проблема отвержения Бога с желанием решить свою проблему, она касается или затронула не только неверующих людей – но она затронула и церкви христианские. И многие христиане решаются изменить себя, чтобы решить эту проблему греха. И сделают они это без Бога, полагаясь на свой интеллект, на свои знания, на свою мудрость, на свой опыт, на свое суждение. Но разве можем мы изменить себя путем изменения обстановки, или можем мы изменить себя, прилагая к этому собственные усилия, может ли эфиоплянин изменить кожу свою и барс изменить пятна свои, спрашивает древний пророк. Не может, так и вы, привыкшие делать зло, как можете не делать этого зла? Проблема наша не в изменении обстановки. Проблема наша в изменении отношения с Богом. Нам нужно признать свою несостоятельность, нам нужно признать свою греховность, нам нужно раскаяться в своих грехах, нам нужно найти Бога, нам нужно ухватиться за Него. И тогда, только тогда Бог и решит нашу проблему. Да поможет нам в этом Господь. Будем благоразумными, будем искать Господа, и мы непременно найдем Его, и Он спасет нас. Во имя Христа. Аминь.